Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть ремейк Айзека. По крайней мере, пытаюсь я. Почему нет? Мы подкрывали некоторых героев, ну, даже не знаю. Давайте все-таки пробовать пока что Айзеком. Ну, какой хороший знак. Значит, мы выиграем. Это было лицо босса. Последнего босса. Который понял, что ему не совладеть с нашей мощью. Косорукая башка. Ну, у нее вообще нет рук. Потому и косорукая. The world open your eyes. То есть, это, по идее, должно нам показать карту. Ух ты. Гордыня, что ли? Это один из мини-боссов. Ну, как мы видели... Ой-ой-ой-ой-ой, тролли-бомба, это жестко. Вот он делает кучу тролли-бомб, либо по диагональке бьет. Так, и с него нам дают книгу. Книгу анархиста, ну, которая на пробел вызывает кучу бомб. И совсем не хорошо, не факт, что они, ну, как бы, будут полезны. Воу. Вот так вот. И так не люблю, когда все враги одновременно начинают на тебя наступать. Со всех направлениях вообще неприятно. Вызывает некоторую растерянность. Что делать? Куда бежать? Где наши деньги? Это что такое? Bloodsucker. Наш помощничек, который что делает? Даже без понятия. А, он накидывается на противников. По-моему, это неплохо. Особенно хорошо, если на боссов. Давай, накидывайся. Что-то на пауков он не спешит накидываться. Нет, вот на маленького сожрал. Как насчет крупных? Крупным он не спешит. Так что прямо. Да, странный он какой-то. Вот за маленькими гоняется. И... возможно, он перерабатывает их в сердечки и подбирает их. Или просто сжирает сердечки. Это вот... непонятно. Ну, по крайней мере, на некоторых из монстров он нападает. Это уже хорошо. Причем самонаводящийся. Это вообще здорово. Таблетки. Два штуки. Неизвестная, которая... Lemon Party. Белокрасная, которая... амнезия. Мы забыли карту. Ну, да. Вот где надо, он не действует. Еще одна амнезия. Ой, сразу к боссу. Ну, пускай. Ларри младший. Вот тут он вообще не собирается атаковать. Наш червяк, помощник. Помощник ли он? Нет, вроде накинулся. Как он вообще это действует? Не понимаю. Возможно, враг должен быть слегка надгрызен. Ну, то есть, надбит. Половина здоровья или что еще? Какая, ну, механизм действия этого червяка? Непонятен. Коробка со всяким. Барахлом. Хм. Что такое с ключом? Ключ. Карта Justice. А, таблетка, которая... Пуберти.
Взросление или что это оно такое? И что произошло? Лучше бы нам накинули за это взросление сердечко. Ну, ничего не понятно. Идем дальше. Вот так сразу. И находим Steam Cells. О, повышение здоровья. Хорошо. 4 сердечка. Еще бы так вот штучки 4. Можно было пытаться проходить. Стволовые клетки. Так, стоп. Это какие-то зомбо-какашки. Да ладно, они еще и бьются. Можно убить? Бесполезно, даже лучше не пытаться. Возможно, их можно сжечь, но не факт. Так, какой-то боб. А, интересно, как можно сквозь камни проходить? Неизвестно, наверное, только если есть какая-то такая спектральность. Прохождение сквозь камни, стены и все такое. Ой-ой-ой. Ну, хорошо, он их жрет. Он ориентирован на пожирание мелких мух. Это неплохо. 3 бомбы. И мы можем взять один ключ. Ну, раз так, давайте попробуем вот тут взорвать. В плане того, что вдруг тут секретная комната. Ее тут нет. Ну, так мы совместили попытку найти секретную комнату с полезным делом. Мы взорвали тут стенку, чтобы найти, взять, вернее, ключ. Так. Что, давай, работай. Вот на тех, которые стреляют, он не обращает внимания. Фух. Ну, давайте, сердечко, это если мы еще раз неудачно как-то зайдем. Наполовинку сердечко. Вернемся за этим целым. Ой, да ладно. Ну вот он сожрал мелкого моба, вот этого мини-какашку. И выел у нее сердечко и пополнил нам здоровье. То есть этот червь еще довольно неплох. Не то, что неплох, он просто полезен. Но выедает он это только из мелких мух. Они есть далеко не всегда. О, смотрите, он кусает ватноголовца. Давай, работай. Атакуй его. Червь, ты же можешь. Ты же любишь нападать на всех. Ты такой же маленькая муха, только большая. Отлично. Червь работает. Но не всегда. Наверное, его как-то подвести надо, чтобы он понял, что атаковать. Вот, он должен совместиться с боссом, ну, в плане спрайты. Смотрите, хорошо как. Червь мне нравится. Что такое? Помада — это range up. Увеличивается дальность выстрелов. Хорошо, идем дальше. Мы разблокировали Эву. Почему? Потому что мы не брали сердечек. Правильно, потому что именно их давал вот этот червь. Ну вот, хоть одна разблокировка чего-то. Так, ой. Давай, кусай его. Какой он злой, этот красный. Вот. Мы взяли ключ. И что это такое? Тут ничего нет. Что с ним делать? Взорвать, может. Жалко тратить бомбу, но непонятно что. Ой-ой-ой, бомбермен. Это же бомбермен.
Еще один мини-босс. Угу, конечно. Ой, как хорошо, что наш червь-то его задел. Понял, что его надо бить. Назовем его Тузик. Червь-Тузик. Боевой червь. Червь-Тузик. Ну, возьмем, может, сердечко, поскольку его разблокировали. Ой-о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 й
наш червь. Сердечко, давай, жри. Нет, не выжрал. Ну и ладно. А это что? Красная штукенция, похожая на лапку кошачью. Наверное. It calls out to its... Что она делает, я так и не понял. Ну ладно. Все равно от той монетки больше монет я не замечал что-то, что прям как-то падало грандиозно большое количество. Поэтому, ну, возьмем, может будет видно какое-то другое действие. Исчезни! Тузик работает как надо. Красавчик. И за это все мы получили аж на ключ. Тут, кстати, можно увидеть секретную комнату. Она такая будет... Ну, вход будет заметен, по крайней мере. На вот таких стенах он бывает виден. Так, это те самые костры, которые стреляют. А вот внутри лежит черное сердечко. Ну, как его взять, не имею ни малейшего понятия. Возможно, можно перелететь. И какие-то персонажи из тех, что мы разблокировали, могут это делать. Оу. Что-то их реально много. Жалко, он не может туда запрыгнуть. Хм. Он бы им там шоруху навел. Тузик, та еще зверюга. Вверх-вниз. Вверх, там большая комната. Так, эти ребята плохие. Не стреляются. Кидаются костями. Что вообще нелогично и плохо. Тузик, куси. Красавчик. Ох-ох-ох. Тузик, наших бьют. Нормально. Ну, или так. Секретов не видать. Классный сундук. Но надо потратить бомбу и ключ. А мне что, жалко? Мне не жалко. Так и сделаем. Хоп. Ну, был хороший сундук. Куча бомб и ключей. Нормально, мне нравится. Хоп. Прямо к боссу. А тут что вылетит из золотой фекалии? Куча денег. Но мы не можем туда попасть. То есть тут необходим летающий персонаж. И это нечестно. Мегамен. Мегамен? Ну да, мега. О. Да, кто ж знал, что так бывает? Васька, иди выбивай сердечки. Так и знал, что что-то подобное будет происходить. Васька не гугу. Не, какой Васька? Тузик. Впрочем, вроде Тузик старается. Тузик, только не прекращай свою позитивную работу.
Он мега... Ну, серьезно, он реально злой. Из всех боссов новых, которые я видел, это пока что самый противный. Фух. Ну, подберем уже сердечки. И еще одно сердечко дали. 5. Уже 5. Вау. Ну, 5 не 5. Еще возьмем, пожалуй, вот это. Теперь точно 5. Но так я и не помню. Вот что я не помню. Мы находили же комнату с... Да, комнату с... Артефактом мы находили, мы в ней были. Были же ведь, были. Значит, идем дальше. Там, правда, еще что-то есть? Нет, нет, идем дальше, а то еще потеряем остатки того, что есть. Следующий уровень. 4-й даже. Опять ужастик про клаустрофобию. Да. Сразу комната, где можно с боем выбить какой-то приз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, чего наш червь не работает? Червь, работай. Хоть бы он бессмертный был, червь, а то так пропадет. Я не помню, что делает карта Justice. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошла вон. Еще бомбы нам не хватало. Колесо фортуны. Ну что, давайте мы его как-то запустим. А Justice себе оставим. И что? Что? Ну где? Как? Монетку на монетку. Хороший размен. Монетку на две монетки. Еще более лучший размен. Мушка. Ну, мушка хорошо, только они ж тратятся. Ключик вообще здорово, но 4 монетки осталось. Бомба как бы намекает, взорви меня. Это мы можем устроить. Последняя монетка, и он сам взорвался, дал сердечко и ключик. Ну, спасибо. Спасибо и на этом. Все правильно, идем наверх. Так, ребята, которые кидают свои кости. Тузик. Ну, ё-моё. Эти скелеты самые противные из простых мобов. Это нам что дают? Загадочная конфета. О-оу. Которая делает что? До сих пор не знаю, что она делает. Ладно. Идем дальше. Конфету не будем брать. Да ладно. Они еще на воде. Да ладно. Ага, одни стреляют такими крутящимися шарами. Крутящиеся шары. Другие наводящимися. Какие противные. Фу. Какие-то одноглазые черви. Одноглазый змей. Ай-яй-яй-яй. Нечаянно бомбу нажал. Зря. Бывает. Бывает и такое. Все что ли? Так, откуда мы пришли? Ну, просто вот комната с сундучком, а ключей у нас хватает предостаточно. Какое-нибудь усиление дали к стрельбе. Ну... Создает бомбу, что ли? Где может быть секретная комната? Ну, например, тут.
Ладно. Забираем обратно книгу анархиста. А вот эти прикольные, ну, новые мобы. Такие большие, толстые. Увольни. Один ключ. Два ключа. Как бы намекает. Донейшн. Сделай нам донейшн. Пожертвуй деньжат. А, сейчас. Или пожертвовать. Да ну. Я жадный. Таблетка, которая лежит черти где. Которая не факт, что хорошая. Так, сердечки. Причем одно из них серое. Мы потратим бомбу, потратим. Так, начнем отсюда. Тратим бомбу. Берем монеток. Ну, ладно. Тут мы потратим сердечко. Вот, белое сердечко не брать. Не брать за ним обязательно, если мы пройдем босса, конечно, вернуться. Теперь тут куча сердечек. Ну, давайте попробуем так пройти. Ну, не факт, что получится. Совсем не факт. Да. Что-то как-то тузик не сильно выжирает для нас сердечки. Ай. Хоть бы он одного дожрал-то, того фарша. Опа! Гангма стайл. Ну, он хотя бы с них выжирает сердечки. А это хорошо. Вот как ему надо какие-то мясные остатки. Тогда он из них клепает нам сердечки. Классно. Итак, есть босс. Значит, что мы делаем? Мы идем к боссу. Пытаемся его пройти. Потом возвращаемся вот сейчас вот на две комнаты вверх. Берем белое сердечко. Перед тем, как идти на следующий уровень, у нас будет 6 сердечек. Плюс... После того возьмем серое сердечко. Вот там дальше тоже есть еще одно. Ну, как-то так. Главное пройти босса. А босс мега фэти, мега толстяк. Это тоже противнейший босс. Вот втягивает. Теперь изрыгает то, что втянул. Причем так прыгает, как монстр прыгает. Втягивает. Сейчас будет изрыгать. Спасибо, не надо. Тут надо ориентироваться по тени этих снарядов. Куда они летят. Что-то как-то наш тузик не сильно на него реагирует. Вау. Он еще просто так что-то изрыгает. Изрыгает. Причем очень быстро прыгает. Но хотя бы теперь тузик зареагировал и будет его потихоньку коцать. Давай. Тузик. Молодец, тузик. Реагируешь все как надо. Ай, вот теперь не очень. Ну смотри же, тузик, ты же у нас Blood Seeker. Сколько крови. Так, он еще вот этих какул мелких вызывает. Что крайне неприятно. Тузик что-то тупит. Тузик, жри его, дожирай. Он не друг твоему хозяину. Ну, мы же хозяин нашему тузику. Итак, во-первых, нам дадут, оп, сердечко само по себе. Во-вторых, мы возьмем белое сердечко и два серых. Ну, возможно, что-то у нас получится. Белое сердечко. Так, и что? И тут мы потратим бомбу. Ну, ладно. Ну, там ничего не надо. Можно еще одну бомбу потратить и взять несколько монеток. А вдруг пригодятся? Ну, вдруг нам попадется магазин, в котором мы что-то уж очень классное прикупим. Ну, не факт. Но может быть.
И второе сердечко серое возьмем, которое броня. Ну что ж, с богом. Воу. Парик, ты девчонка, ахаха. Ну вот, пожалуйста, у нас 7 сердечек и 2 брони. Хорошо. Даже не хочу смотреть. Да, так что делает карта, которую мы носим? Просто дает всякого. Ну и хорошо. Ой, а это плохие, от них остается кровавый след. И мухи. Ну, мух вроде как перехватывает наш тузик. Червь-тузик. Но, а дальше? И ладно. Ведь ладно. 8 бомб. А вдруг тут секретная комната? А вдруг нет? Пойдем в большую, там врагов больше. О-о-о-о-о-о-о. Ребята плохие. Почему плохие? Потому что им надо только в затылок попадать. А когда они летят вперед, они еще наверняка ускоряются. Вот надолго. Ай-яй-яй-яй. Че-то тузик тупит. Не по-червиному. Ну как долго? Это всего-то за одним охотился этот тузик. Давай, разбирай быстрее. Ему мешает то, что эти монстры летают над пропастью, а он не летучий наш червь. Это же червь. Если бы червь был летучим, он бы был дракончиком. Вельпин. Все, тузик застрял. Тузик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. И летит же еще так, что не обойти. Тузик, работай. Конечно, тузик тоже куда-то свалил. Да ладно. Да что вы говорите? Мы так все наши броневые сердца и потратим на вот эту ерунду. Дернуло меня пойти в эту большую комнату. Большая комната, большие проблемы. Маленькая комната, маленькие проблемы. Но проблемы есть в любом случае. Ничего, разберемся и с этим. Давай, на-на-на-на-на. Эй. Нет, надо какую-то летаемость тоже получать, а то ну, реально долго. Одна лишь надежда, что может больше такая комната с такими штуками не встретится. Вот, еще минус 2. И сколько их там осталось-то? Ишь ты! А поди ж ты. Ух. Фух. И это все из-за одной бомбы. Тузик, уходим. Ну, что-то совсем другое, но не сказать, что стало легче. Эти штуки стреляют издали. Это неприятно, крайне неприятно. Ай. Какой-то просто XXL размер этого уровня. Две большие комнаты, и в обоих какие-то противнейшие и довольно много монстров. Лучше бы серое сердечко выпало, вот оно было тут весьма кстати. Так, одна надежда, что вот эти лежащие скелеты не стреляют по нам ничем. И таки да. Это радует.
Нам бы еще какое-нибудь усиление стрельбы. Конечно, тузик красавчик, но его маловато. И он не всегда работает как надо. Я вообще не знаю, как надо, но что не всегда, так это точно. Где-то еще есть комната с магазином. Комната с артефактом. Treasure room. Ну, даже такое, почему нет? Опять же, где-то есть секретные комнаты. Где? Неведомо. А, чё я стреляю? Это наш... В огонь стрелять. А тут бомба. И в сундуке... Одну бомбу поменяли на две, это хорошо. Жалко, ничего не было в кострах. Хотя бы по монетке было уже неплохо. Ну, давайте глянем. Черви. Они же стреляющие, по-моему. Про это ничего не известно. Пока что просто вылазят. И ладно. Ну, как они неплохо стреляют, оказывается. Ух ты! Все, броню у нас они всю съели. Вот червь начинает стрелять только когда кто-то у нас вне видит в зоне прямой видимости нашего Айзека. Неприятно. Еще один, давай же. Ну. Фьюх. И ничего нет толком-то в этой комнате. Воу-воу-воу-воу. Тузик, тут работа до тебя. Какие-то ползающие в кровище мозгищи. Если это мозги, конечно. И они оставляют кровавый след, который дамажит наш. Так что, ну нет-нет, мы туда особо лезть не будем. Ну, комната вроде простая. Они не стреляют. Это уже большой плюс. Ох-ох-ох. Тузик. Фух. Дали карту пиковый туз, которая Luck of the Draw. Без понятия, что такое. Используем. И ничего нету. Хм. А, это артефакт. Ну, не знаю. Машина, которая меняет монетки, сердечки на монетки, вообще не надо. Нормально. Тузик, куси. И сердечки приноси. На. В итогах ничего хорошего. Может, уже пойдем уже? Вот видно, что где-то тут, возможно, где-то тут секретная комната. Напротив входа вот здесь, скорее всего. Может быть. Но нет. Ну, нет и нет. Большая комната. Большие проблемы. Ну, это не очень большие проблемы. Но да, это довольно-таки неприятная штука. Это их сколько там? Да ладно. 4 штуки, небось. Ой. Ой-ой-ой. Ну, раздолит только тузику всех, всю эту мелочь. Жрать пускай. И всю пусть съедает. Всю. На тебя, тузик, наша надежда одна. Давай, 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 давай.
Ну что сказать, тузик работает. Как действительно чересчур уже большая комната, вернее, уровень. А я всего-то хотел найти магазин или комнату с чем-то секретным. Ай, муха. Тузик. А тузик сразу постарался. А вот и золотая фекалия, с которой куча денег. Ну, как бы да. О! Ой-ой-ой. Таки задел. Ну ничего, тузик нам моментально все вернул. И дадут нам... Ой, какая штука прикольная. Rotten Baby. Он продуцирует мух, которые... Ну, наводящиеся, получается, летят на противника. Все, идем к боссу. Магазин искать серьезно неохота. Как-то мне этот уровень уже подзатянулся и надоел. Правда, вот не помню, где босс. Где-то тут. Какие большие комнаты. Но это и плюс, и минус. В сравнении с предыдущим Айзеком это, конечно, плюс. The Gate. Какой-то гейт. Врата. Ой-ой-ой. Так, он выплевывает прыгающую штуку. Он плюется. Ай. Что угодно делает. А еще он какую-то молнию создает. Типа молнию. Наверное, это молния. Так, тузик, давай работай. Да все работайте, ребята, работаем все. Ой, какая неприятная молния. Лишь бы такого не было где-нибудь на последнем боссе. Ой. Все. Правда? А, еще остался один прыгающий труп. Да ладно, хватит. Мухомор. ХП плюс Tears Up, Shot Speed Down. То есть увеличится количество слез. Здоровье, конечно, это нужно. Уменьшается. Ай, скорость стрельбы. Ну, пусть даже так. Следующий уровень. Тут пошли такие уровни, что уже думаешь, быстрее босс наступил. Аркадные автоматы. Тут-то мы можем засесть и понабирать всякого. Ну, давайте посмотрим, что нам даст автомат. Однорукий бандит. Ну, сердечко, классно. Давайте будем. Все равно деньги тратить-то некуда. Бомбы. Будем монетки сюда и сюда. Все, кончились тут монетки. Ну, давайте попробуем этого барыгу на что-то раскрутить. Троллибомба. И она его же и взрывает. Печаль. Ну, пожалуй, вот это нам точно будет не надо. Сердечки пусть лежат. Возможно, мы сюда еще вернемся. Пополнить запас здоровья. Воу. Плюются еще и налетают на тебя. Какие плохие. Они плохие. Ой, они еще и телепортируются. Но зато тузик бдит. Так, тоже какая-то противная штука. И она притягивает в себя вещи. Не сильно и притягивает, но да ладно. Дальше. Что дальше? Надо убить вот того чувака, который там у стенки гуляет, потому что эти маски существуют только пока есть какие-то противники. Ну ладно, идем вверх. Ух, они, оказывается, прыгают. И при этом еще больно плюхаются и стреляют. Но тузик постарался, так что у нас с сердечками все в порядке. Даже не знаю, это какие-то, как их называют-то, тентакли.
такое что-то на боссе не встретить. Хм. Айзек плавно переходит в хентай. Появляются тентакли. Так, пошли все вон. О, хоть сердечко чуток. Какая-то загадочная коробка. И не знаю. It's a box of spider. Паучья коробка. Значит, она что делает? Выпускает паучка, который работает на нас. Ну, а это что было у нас? А, книга анархиста, которую я так и не использовал. Ну, пусть лучше паучок будет. И он все время за нами ходит? Позитив. Стоп. Сердечко. Мы все равно сюда, наверное, не вернемся, скорее всего. Даже можно и это забрать. Все равно... Эй. Камень, который, чтобы разбить, надо открыть ключом. Ой, какие плохие штуки. Это такие боссы, кажется, есть. Бластул, или как-то так назывался. Похожий. Тоже в оболочке. Сердечко пусть лежит, оно еще пригодится. Идем дальше. Ох-ох-ох-онюшки. Да просто пробежать. Так, опять эти ребята с торчащими мозгами. Я вот думаю, а возможно то, что у нас пополняются сердечки, это вина вот этого амулета, который у нас тут. А совсем не червя тузика. Оба-на! Новинка. Ведь это не босс. Ну, как бы это мини-босс. А похож на старого доброго босса из старого Айзека. Как его там, пин или как-то так? Ой. Они все злее и злее. Я их боюсь. А, пошли вон. Блин. Уж взорвите кого-то из них. Да ладно. Выдержу. Хух. Отдали всего ничего, только одно серое сердце. То не взялось. Ну, хоть что-то. Ну, как сказать, я бы сходил... По-любому уже бы сходил. Взял то, что тут лежит. И в аркадных автоматах что-то осталось. Да, тоже как раз вот то, что нужно. Уж поскольку мы идем к боссу и назад, скорее всего, не вернемся. Ты уж соберем, что им валяться. Какой же страну босс? Ну, давайте сходим сюда. Это какие-то наводящиеся. Ой-ой-ой. Наводящиеся выстрелы вообще противно. Ой-ой-ой, это такой босс тоже есть. Хух. Магазин. Магазин ли это? Магазин. Вот что нам нужно. Это карту за 15. Вот она. Все, мы теперь видим все и знаем, куда идти. Конечно, сердечко серое. Ну и ключ не повредит, деньжат у нас хватает. Ой, сломалась донейшн. Давайте мы ее бомбой взорвем. Хм, спасибо. Да, но как карта... Вернее, как там посмотреть, что на ней где есть. Ну, есть подозрение, что сюда идти. Ёлки-палки.
Как это внезапно? Опять эти мозгомаски. Или как это сказать даже? Полуголовые. Вы полуголовые. Сам ты полуголова. Чё, Тузик справился, красавчик. Идем быстрее. Где же босс? Босс, как оказывается, всегда, вот просто специально как будто, всегда в самом последней комнате. Ну это мы без карты шли не туда, куда надо. Вот теперь там мы будем идти туда, куда надо. И это встреча с мамашей. Ой, я и забыл, что надо остерегаться. Честно говоря, вот мое такое мнение. Что игра несколько быстрее, чем та игра, которая была старый Айзек. Особенно вот в этом месте. Там как-то уворачиваться было проще, потому что, ну не знаю, медленнее появлялась нога. Тут она уж слишком быстрая. Может, я не прав. Но мне кажется, что вот так. А возможно, это у меня такой компьютер, что старую графику, ну, то есть старой игры, тянуло очень уж плохо. Это была флешевая игра, и там, если на весь экран, то получалось слегка медленней. Да. Да ладно. Ну, ребята, вы тут все лишние. Тузик, работай. Оправдывай доверие, оказанное тебе партией. Вот нету ноги, но она появится. Может, она кончилась? Ай. Тузик, Тузик, куси их. Что это такое? Целлюлит вылазит? Нет, вот нога на месте. Да, Айзек, Айзек, в курсе. Ах ты ж. Попал, попала. Вообще уж так убыстрилось, что я прям не знаю. Что бы я вообще делал? Ну вот, хоть как-то. Фух. И дали нам какую-то красную штуку. Damage и range up. Хорошо. Прекрасно. И отсюда выхода нет, только вниз. Наконец-то мы переходим на следующий уровень, который... Да и тот еще может быть не последний. Путь к сердцу мамаши. Лежит через внутренности. Ну, хорошо. Ой, кто это такие? Да ладно. Хм. А что это наш червь и не работает теперь? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Понеслась. Какой кошмар. Где Тузик? Ну, Тузик что-то делает. Тузик, хотя бы пооткусывай сердечек нам. Ну, не сильно нас понимает. Ладно, хоть так. Вот где босс? В какую сторону идти? Да ладно.
Да... Да что ты говоришь? Не может быть. Почему мухи не летят, которые самонаводящиеся? Должны быть. Ты... Да ладно. Ну ты ж простая комната. Это на редкость простая комната. Почему она не убивается? Фу, пошел вон. О как! Ну вот этого-то легче не стало. Ух, это еще злее. О, сердечко, хоть что-то. Но босса там не видать, значит, уходим. Так все хорошо начиналось. Так все как-то неуклюже получилось. Ну, конечно. Нет, только не к нам. Пошел вон. Ну, зато он хотя бы наел сердечек. Уже неплохо. Вот я вам скажу, что комнаты видно, но где что находится, непонятно. Кошмарюга. Опять эти противные штуки. Да ладно. Да. Печаль. Так я босса и не нашел. Ну ничего, теперь мы более подготовлены и знаем, что ждет нас за битвой с мамашей. И найдена куча новых вещей, а также кто-то там у нас еще открыт. Да. Открылась у нас Ева. С мертвой птичкой. И кажется, когда у нее... Последняя полсердечка, она становится демоном. Что это типа такого? Ну да ладно. Будем играть дальше, смотреть дальше и, возможно, даже проходить. Как видите, вот удачное стечение обстоятельств, какой-нибудь хороший покемон или улучшение чего-то позволяет пройти дальше, значительно дальше. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. А вот уже минус 10, печаль.